Я Халил Халилов, я являюсь главой Крымско-татарского культурного центра «Крымский дом» у Львове. Я вернулся в Крым с Узбекистана, с места депортации в 2003 году в Симферополь. С 2009 року моя деятельность была повязана с культурой. Я работал арт-менеджером, в мене был невеличкий арт-центр в Крыму. Я организовывал події, связанные с крымско-татарской культурой. В 2014 році з окупації Криму я був вынужден виїхати у Львов. Там я продовжив свою діяльність, працюю з арт-центром «Дзига», з Маркіяном Івашишиним. Ми робили події кримсько-татарської культури як окремо, так і в рамках якихось фестивалів і подій. Також я працював в організації «Кримсос». Моя діяльність заключалась в інтеграційних проєктах. Вони були теж пов'язані з культурою і були самими успішними і, скажімо так, ефективними. Зараз я знаходжусь в резиденції Красногруда і з художником Володко Кауфманом ми пытаемся рассказать о трагедиях, которые связаны с крымскими татарами, которые связаны с трагедией евреев, поляков и украинцев через инсталляции, которые мы здесь изобразим. Это инсталляции «Перекати-поля» как символ пути и также шляхи и дороги, которые были прерваны и которые будуются в мосты, все заново, и люди пытаются наладить отношения, вспомнить и рефлексировать о трагедиях, которые были раньше. С момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в российско-украинской войне я со своей организацией занимаюсь больше волонтерскими проектами. Мы допомагаем військовым и гражданским гуманитарной помощью и медициной.